Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Версия игры у нас, как обычно, лицуха 03-03-16. Значит, сегодня, ребята, еще один вариант одинарной дороги, асфальта там будет, там был двойной. Сейчас одиночная такая дорожка будет, асфальт, текстурка заменена. Так, применяем. Сейчас давайте я вам опять покажу. Я уже скачал. Значит, данный... Загрузил и скачал данный мод. То есть можете его скачать как в группе, так и на сайте ST Mods. Ссылочка будет Шары Mods. И на ST Mods заходите. Ребята, смотрите, все прекрасно знают, где это что там находится. Так. Значит, асфальт. Вот у меня архив скачанный. Шары Mods. Так, возможно, будет там дополнительная ссылка. Так, извлечь. Извлекаем. Извлекли. Асфальт. Роуд. Тот был дупли, по-моему, да? Как он назывался? Роуд дуп. Дупли. Двойная. Так, а это обычная, ребята, вот заходим, скачиваем этот файл, вот фотошоповский файл, заходим в игру, текстуры открываем, архив, значит, берем его, скачанный файл, вот этот, и просто его сюда перетаскиваем, в архив текстуры, добавить с заменой, все видят, видят, окей, чпок, добавили, так, все. Ребята, дорога заменена. Естественно, установим сейчас конверчу, ребята, ГАЗ-5253. Сейчас же мы его тут и запихнем. Так, вот они. Включить программку на русском языке можете скачать в разделе ссылки в группе. Ссылочка на группу будет. Так, сворачиваем эту балду. Мод у нас запущен в игре. Так, давайте, тут настройки я поставил, чтобы скрин сделать, применить. Игра сетевая, только для друзей. Создать. Поедем на карте холм и поставим сюда на зончики. Видите, даже билбордов нету, там ничего, только находы поставил. 53-й прогрузился, 52-й прогрузился. Так, и начинаем смотреть асфальт. Прокатимся на газонах, надо будет еще там их поковырять. Ничего, в принципе, еще тут у них не стоит. Так, вот 52-й, 53-й. Поедем на 53-м, давайте. Перепрыгнем. Значит, присутствует у нас 53-й, да? Что-нибудь обуем на него. К примеру. Вот такие ремонтные части. Мигалочку надо будет, кстати, сделать прикольно. Здесь мигалочка. Ну и заводим его. Так, это ерунда, что нам... А, даже видите, ребята, еще ничего не прописано на нем полностью даже. Еще только аддоны, видно, сделал. Конвертнул. Свет прорисовал. Ну вот и поехали, значит. Помню, по-моему, еще была анимашка руля там. Камеру еще не подогнал, ничего не сделал. То есть все там, ну, подсветку, видите. Подсветочку я тут уже сделал. По-моему, присутствует анимашка там какая-то. Надо все смотреть, надо все ковырять.
вот, ребята, у нас и дорога. Вот такой асфальт у нас получается. Сейчас надо чуть назад, наверное, отъехать. Пару вылить. Вот так вот, давайте щелкнем скрин такой. А, ну пониже там еще идет. Змейка у нас. Даже как ее, наверное, лучше щелкнуть-то. То есть все у нас, бордюрчик. Дорожка такая асфальтовая. Подальше, наверное, надо подскопиться. Давайте так щелкнем скрин. Ну и еще вот так вот давайте. Попробовать тут снизу его как-то поближе. Почетче как-то взять. Давайте уж прокатимся до гаража. Вот, ребята, такого варианта будет. Одинарная дорожка у нас. Ой-ой. Сейчас я точно тут прокачусь, наверное. Вниз. Ой-ой, что? Пролетели. Камни. А, ребят, ну вот еще тут асфальт вот того плана, которого я перед этим грузил. Это двойной вот будет, видите? С полосой. То есть вот, ребята, вот такие уже два вариантика асфальта будет. Так что всем советую, кому нравится, скачивайте. Ссылочка будет, еще раз повторюсь, под видео на канале, в группе, и выложу это все на STMods, на сайт. То есть где все моды в основном. Прибамбасы, спинки, кивротраку, там много к чему.
И опять же, ребята, повторюсь, после набора у меня в группе 1000 подписчиков на канале, не в группе, а на канале 1000 подписчиков, значит, будет разыграна у меня в группе игра Спинтайра с лицензией стимовская. Так что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки в группе, на канале, делитесь видео, ссылочки, заходите в разделе группы справа, в раздел ссылки, много чего интересного. Кто начинает только кататься в спинке, скачивайте. Кто канал создает, будет там ссылка на партнерскую программу, можете переходить, у кого там уже поднабралось подписчиков. VSP Group, очень хорошая партнерка. Сейчас они переименовываются ELO, и выплаты все там как положено, ребята делают отлично, то есть у меня вообще как бы никаких проблем на данную партнерскую программу нет, и многие ребята сидят на ней и не жалуются, то есть всем советую, проходите по ссылочке, кто делает свой канал, кто пишет видосы, программки также там будут в разделе ссылки в группе, которыми писать видео. Так что, ребята, проходите, качайте, что интересно, там в разделе товаров можете машинки посмотреть, мои доработки, плюс там приваты есть, можете выходить на автора, на Серегу Пасечника, то есть вот все, в принципе, что мог, ну, сами посмотрите, что в группе есть, какие ссылки, что кому надо. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, значит, ставьте лайки, будет розыгрыш в группе стимовской игры Спинтайра с лицензия. С вами был Драйвер 51 Рус, всем, ребята, удачки, пока, и, естественно, пожеланий наилучших победить в конкурсе в розыгрыше игры Спинтайра. Всем удачи еще раз и пока. С вами был Драйвер 51 Рус.